Сегодня мы читаем из украинский вариант, это 36.10, русский вариант 35.10, книга «Псалтырь». «У тебя источник жизни, о свете твоем мы видим свет». Псалмопевец предлагает нам два богатейших образа – воды и света. Дело в том, что земля Израиля очень бедна водой. И существует всего лишь три способа получения воды. Это колодец, цистерна, где собирается талая или дождевая вода. И третий способ – это речка или родник. И вот здесь Бог сравнивается с этим родником воды. Живой, чистой, приятной, охлаждающей во время жажды воды. Но что делает человек? Пророк Иеремия говорит следующее. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2.13. И следующий образ – это света, где в свете твоем мы видим свет. Евангелист Иоанн в 1 главе 19 стих говорит, что Христос есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек имеет возможность соприкоснуться с Божьим светом. Но мы читаем дальше Иоанна, что люди более возлюбили тьму и обрекают себя на кромешное существование во мраке. Решение человека наслаждаться прохладной родниковой водой, наслаждаться ярким солнечным светом или жить в пустыне у разбитого водоема, прятаться в полумраке и тьме зависит, наверное, от каждого из нас. Пусть Господь нас благословит делать правильный выбор.